Всем привет, ребята! Сегодня с Алисой мы пришли в классный игровой центр. Здесь, правда, никого нет, но, наверное, вечером попозже ребятки придут. Пока вот светло на улице, а попозже наверняка все придут. Мы сейчас с Алисой вам все покажем. Здесь очень красиво. Посмотрите, какие классные шарики цветные, какие цвета необычные. Алиса у нас релаксирует. Да, зайка? Вот так. Я крокодил. О, крокодил в цветном бассейне. Крокодильчик, покажи, как ты у нас с горочки катаешься. Это как будто аквапарк. Ох, крокодильчик взбирается у нас по горочке. Давай, 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 Алиса. Поехали! Вот так. Алиса? Алиса, крокодильчик? Ребята, что там делает Алиса? Смотрите, как у нее трясется заколка на голове. Алиса, ты что там делаешь? Доченька, ты там нормально? В порядке? Все в порядке. Алиса просто придуряшка. Да я там сосу водичку, крокодилы. Сосу водичку. Бам! Ой, какие классные качельки. Алиса, конечно же, выбрала зеленую качельку, ее любимый цвет. Ну, конечно, ты крокодил. Гена, смотрите, какой здесь есть классный мячик цветной, как радуга. Вот так лягушонок мой. А еще здесь есть батут с мячиками-арбузиками. Тан-та-тан. Алиса, посмотри, какие глазки. Улыбашки. Это же улыбашки. Смотрите, ребята, ее. Это качельки-березка. Ух ты, ничего себе ты даешь. Главное не упасть. Очень крутая качелька. А здесь, смотрите, целый автопарк. Большой грузовик. Крокодильчик мой, поехали? Ой. Какая классная машинка, такая огромная, даже Алиса в ней помещается. Помс. Ребята, сегодня Алиса купила себе спиннер, но это обычный спиннер, не светящийся. Мы взяли так, на пробу. Понравится, понравится. Смотрите. Нет, так нет. Смотрите. Как быстро. Смотрите, какой классный водяной матрас. А снизу как будто рыбка Немо. А еще кит там. А это горочка любимая Алисина. По ней можно скатываться на машинке и катиться очень-очень далеко. А это крутилочка, вертушечка с Микки Маусом. Всем пока, 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 пока. Ставьте лайк, лайк, лайк. Алиса пытается сейчас спиннер раскрутить на своем лобике. Ты моя умница! Вау! Мы купили котенка, его зовут Фил. Вот такой котеночек красивенький. Алиса уже купила ему шапочку, одела. Ну что, зайка, идем домой? Да. Ребята, мы вышли на улицу. Посмотрите, как много птиц мы увидели. Алиса просто не могла удержаться. Все, она побежала скорее их погонять. Голуби! О, Алиса, не напугай малыша маленького. Только не наступи на них. Пока, голубей! Что у нас Алиса уже умеет делать со спиннером? Ой, ну ты вообще крутышка.
крутышка. Батишка.